И к другим темам. Генеральный директор компании «Алроса» Сергей Иванов переизбран еще на 5 лет. Единогласное решение приняли на заочном заседании Наблюдательного совета. Сергей Иванов возглавил алмазную компанию в марте 2017 года. Срок действия его контракта был 3 года. Председатель НАБСовета Антон Силуанов поздравил генерального директора с переизбранием и отметил, за эти годы «Алроса» сохранила мировое лидерство по объему добычи алмазов, укрепила доверие со стороны партнеров, акционеров и инвесторов. Со своей стороны Сергей Иванов поблагодарил наблюдательный совет за оказанное доверие. Он подчеркнул, задачи остаются прежними – сохранять устойчивость бизнеса, продолжать работать над эффективностью производства и уделять внимание промышленной безопасности.